Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, и в этом видео мы будем с вами снова распаковывать бумажные сюрпризы. У меня появилась для вас новая коллекция, и это, я думаю, что многие любят, когда я делаю пакетики наклейки, и это... Они очень-очень классные, здесь у нас даже сзади есть циферки. Вот. Так, сразу же возьмем пакетик. Это, забыла сказать, кто это. Это многими любимые капибары. Вот, сегодня мы возьмем пакетик. Давайте, допустим, вот этот вот бежевый капибар. Вот, ну а все остальные коллекции вам должны быть уже знакомы, поэтому давайте выбирать. Мы закончим коллекцию Shein. Коллекция купальники. Выберем сегодня, давайте, с множеством слов купальники. Коллекция букетик для... Ой, у нас здесь еще есть для пост. Букетик для... Я думаю взять сегодня вот этого вот человечка. Посмотрите, какой он красивенький. Из коллекции от подписчиков давайте возьмем с цветочком. И из коллекции LOL Oh My God у нас тут нет выбора. Откроем вот этот вот, потому что тот нужно открыть в конце. Позы для возьмем сегодня вот с этой вот девочкой. Коллекция с амнямами. У нас здесь есть двойной пакетик, но я пока не буду его брать. Потому что в прошлом видео мы уже взяли. Это не будет интересно, мне кажется. Возьмем сегодня вот обычненький. Например... Давайте вот этот вот сыр. Классный. Ну и последний, из которого мы выберем, это мороженое для. Выберем с вот этой вот рыбой. Меня очень многие просили с рыбкой взять. Давайте открывать по порядку, как они у нас идут в каталоге. Вот. С Shein посылочками. Откроем последний пакетик. Ух ты, порвала пакет, супер. Ну ничего, я его потом склею обязательно. У меня так всегда, когда порвутся пакетики, и есть возможность их склеить, я склеиваю и сохраняю. Попалась вот такая вот кофточка. Цифра 6, это у нас для тех, кто родился в мае. Вот такая вот классная коллекция. Если вам она понравилась, то фоткайте и можете выкладывать в Pinterest. Коллекция позы для у нас в следующем видео уже закончится. По цифре 1 или 6 можете предугадывать. Возможно, вы угадаете. По цифркой 1, кто угадал, пишите в комментариях плюс. Вот такая вот классная поза. Для тех, кто родился в апреле. Коллекция букетик для у нас вот с таким вот человечком пакет. Может попасться по цифре 1, 5 или 8. Можете думать. Может попадется именно по той, которую вы загадали. Очень-очень милый и красивый эстетичный букетик нам попался. Посмотрим, под какой же он цифрой. Под цифрой 5. Так, ну это у нас для тех, кто родился в феврале и в июне. Далее, у нас коллекция вот подписчиков. Так, коллекция рандом. С вопросом. Стикер с переработкой. Приклеим обязательно сейчас. Классный, кайфовый звук. А вопросик у нас. Откроешь второй канал. Если честно, я пока не думаю об этом. Вот, но если я здесь создам новый канал... то, возможно, я вам скажу. Но я пока что... У меня пока что это не в планах. Вот, но, в принципе, когда-то я думала с лицом создать канал и, типа, влоги снимать. Вот. Как вам такая идея? Ну, как я и сказала, это было давно.
Так, что это у нас попалось тут? А, это волосы, посмотрите, какие они длинные. Вот такие вот классные-классные волосы. Обязательно склеим, когда откроем следующий последний пакетик из этой коллекции. Ну, а сейчас у нас коллекция мороженое по именам. Вот она как раз-таки была следующая. В прошлом видео она попалась вот такое классное мороженое для Кристины. Ну, а сейчас посмотрим. Под циферкой 4 на этой страничке. Для тех, у кого, посмотрите, какое классное, у кого имя Аня. Всем Аням большой-большой приветик. Отмечайтесь в комментариях, если у вас имя Аня. А, я, кстати, из коллекции от подписчицы All Oh My God. Я не нашла сережку, которая, возможно, была за кадром. Мне кажется, что просто моя подписчица не нарисовала или забыла запаковать сережку. Чтобы была одна сережка, вот коллекция купальнички. Такая открывашечка. Под цифрой 3. Вот такая вот купальник, вот такой вот спицей. Мне кажется, очень классный дизайн, но чтобы я, например, в нем ходила, я даже не знаю, на море купалась. Я бы, ну я не знаю, я бы, наверное, подумала, брать ли его на море или нет. Ну а как вам, возможно, вам такой очень сильно зашел. Коллекция Амням. Нам уже попался Амнямчик для тех, у кого имя Ева и Ксюша. Так, посмотрим, для кого счет плюсы. Кстати, я не показывала в прошлом видео еще одну страничку. Вот, вот так вот она выглядит, типа карамельки. Под цифрой 5. Вот такой, ой, уже спалила. Вот такой вот Амням, он типа такой сильный. И это для тех, у кого имя Саша или Полина. Прежде у кого такое имя, мне будет очень интересно, сколько у меня Саш и Полин подписчиков, зрителей. Ну и коллекция с капибарами. У нас здесь всего 4 вкладыша. Посмотрите, они со звездочками. Ну, я старалась сделать практически все одинаковыми, хотя тут большинство разные цветом звездочки. Под цифрой 4. Сначала отклеим, приклеим. А потом уже найдем то, что будет носить наша капибара. Капибара у нас будет вот в таком вот костюмчике. Давайте приклеим, посмотрим, как ей будет идти или нет. Нашей-то с вами капибаре. Вот так вот у нас с вами получилось. Как вам такая вот капибара? Пишите, понравилась ли вам эта коллекция. Сейчас я достану своих всех капибар. Вот. Вот. Кому понравилось это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк для продвижения этого видео, этого канала. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарий. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Вот я вас всех очень-очень сильно люблю. Пока-пока!